В следующем году в России состоится важное политическое событие – выборы главы государства. Президент является гарантом Конституции, прав и свобод граждан. Первым о своих планах баллотироваться объявил действующий глава государства Владимир Путин. В Шадринске начался сбор подписей в поддержку его кандидатуры. Пункты сбора подписей действуют у главного входа торгового центра «Шадринск-холл». Я занимаюсь волонтерством в поддержку выдвижения Владимира Владимировича Путина на предвыборную кампанию. Ему нужно собрать 300 тысяч подписей, чтобы он мог выдвигаться и участвовать в выборах президента Российской Федерации. Сюда нужно подойти с паспортом и все необходимое, я уже скажу, здесь нужно записать там паспорт, все данные, что-то записывает сам человек своей рукой, что-то записываю я. Проголосовать может любой гражданин Российской Федерации в возрасте старше 18 лет, совершеннолетний. Пункт сбора подписей будет работать 27, 28 и 29 декабря с часу дня до 7 часов вечера. При себе необходимо иметь паспорт, отмечают волонтеры. Восьмые выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Избранный глава государства будет занимать эту должность следующие 6 лет до 2030 года. Максим Уфимцев, Александр Пирожков, региональный телеканал «Город».